Все, поехали. Да, Так, за тут статуей. весь брифинг. Пулемет стреляет, люди бегут, все. А по Пока танк пустые. выбрал направление. Короче, с направления танка будем наступать. Пулемет Короче, вообще в людей идем. стрелять не надо. Пулемету подавить главное, и все. О, мы наконец-то, ура. Я знаю, кто Или делал можно миссию. с выбора зайти. Так, нужно зачистить пригода, там как-нибудь обозначен, типа, эта зона. Ну, да, а конечно, да. противник не нет, сказал. Нет, на месте. Че, блицкрик? Да? Отдашь пацанку, пацаны. Чё? Ножи выдали, нет? Отдай. Выдали ножи. Нет. А мне повезло. Так мы где с остановки стартуем? Я вообще на случайный слот, по сути, встал. Мы вообще же не для танка поставим. Слышишь, отдай бинокль хотя бы. Корвус, отдай бинокль, если чё. Бинокль отдам. Во. Так мы же около техники застоим, мы вышли от этой остановки или нет? У Корвуса есть бинокль. Метку дам. Дам метку. Так там же... А, есть точно. Исправил метку. Опять надо перезаходить. Чур, я стрелок. По прямой не приду. Вот не рекомендую ехать. Дальность перерисовки здесь такая. Нормально. А где мы стали? А что они сделают танку? Да, чуть-чуть. Насколько я понимаю, я водитель, да? У них три пушки. Что они сделают там? Они даже фугасами убить могут его, так что вообще капец. Ну, а мы извернемся, извратимся как-нибудь. Опять, он опять по тех сюда зайдет, по тех сюда. Там на самом деле знаешь, трех пушек стрелок, стреляет только одна. Танка. Я командир танка, поэтому я стрелок, я командую. Нет, вы готовы? Ты командуешь танком, нет, значит, ты сидишь, вот это, я командую экипажем танка. Мы готовы? Так, раз, я есть готовы. Сажу, да. Короче, на стрелка. Дефолт на первый канал. Самого, другого, да, убить. Пойду в рандом. Меня прежде. А, его я садись. Я бинокль только заберу, говорю, и пойдем. Сдони конец, все, в рандом. У нас Дэймен командир вообще-то. Дэймен командой. Леминг? Да. Хуман троллит. Бля, буду рандомщиком. Умолетим. А типа противнику нельзя за триггер выходить? Да. Сразу, кто сидит за пушкой танка, короче, бери это выше, чем положено. Потому что я по пушке тогда пальнул, хоп, он просто в землю куда-то перед нами впечатался, это прикольно. А вы в прошлый раз на танке были? Да. Я, по-моему, вас с фугасного снаряда выбил, я аж охерел, как это, фугасом убить пазик. Ты гусениц сначала. Да ты еще КВ-2 не видел. А потом мы просто как аутисты. У нас танки фугасно выбивали, чё такого-то? Едем мы как-то заводи, с Пашей, а Паша говорит, это фугасное, нам похрену. И сразу сбегаем. А к там из трех орудий работает только одно нормально. А что там еще за респы показано? Еще выкатить надо. Что делать надо, скажете, да? Третьего орудия вообще снарядов нету. И, кстати, настройку прорисовки можно... Настроить будет, если лагать что, будет, кто, если поменьше сделать. Кто что-то мне хочет? Водитель танка. В уважении к тебе я скажу так, позицию, которую ты отметил, не самая лучшая, а вообще не лучшая. Ну, это не водитель танка. Лучше стрелять с кабанина, там хотя бы ты сверху будешь стрелять вниз. Наоборот, может, с выбора? Ну-ка, сейчас чекну. Кабанина это низина. Кабанина, да, кабанина это низина. Пониже будет. Я просто примерно отмечу, окей? Вообще-то кабанина 347. Погодите, кабанина я высоту не вижу. Гонят все. 348. Кабанина. А у выбора 311. Кабанина выше кабанина. Ну давай туда попробуем. Ну, восклицательный я знак, когда там зеленка вот эта. Низинки сейчас нарисую. Я это не туда нарисовал. Короче, едем в кабанина. Поталу его кабан, еще. Кабан, кабан, а там просто точки ворон. Нарисовал. Вон там проедем в район Дещины, выглянем из-за вересника, посмотрим. И поэтому это для пехотки. Уйдем на дорогу, просто так, по дороге блин, до кабанина. Я всего лишь командир, а не водитель. Я всего лишь командир, да. Я буду стрелять, не я не буду водить.
Нам надо отдельно танк, отдельно пехотка, потому что танк... Так, короче, мы едем в кабанина любыми сбежаться. Средствами. Предлагаю пехоты, да, танк защищать, мясо. Посмотрим. Все, танк будет обстреливать из всего, что есть, поэтому ну, мы быстро сильно близко не надо. Дураки. А пехота, да, у нас с этого, с, как он, вересник, да, ну, с него может наступать. Там укрытие хотя бы есть хоть какое-то. И гономаками, и с пулеметом можно. А что с выбора? Да. Вообще-то, ну, пехоте лучше из пустошки вдоль дороги и потом вот тут пройти, тут низинка удобнее. Но с выбора тогда не очень. А, да? Ну ладно, тут давай. Тут такая низиночка, канава, там про... пешком, короче, можно протопать. Могут и солнце будет так. С нашей стороны как раз. Сейчас, короче, метку для танка вот ну-ка поедем. Вот, вот так. Вот, вот так. Дал метку пехоты в маршрутах. Вот, было понятно. Спидер, хватит память. Ой, бля. Я сам себя слышу. Все, поехали. Поехали. Шнеля, шнеля. О, дебилы. Где? Были. Угу. Были там. Ух, ни хрена себе. Хрена себе. А где ящики? Есть ящики с медициной? Нет. Все в рюкзаках. Кочегара, ящиков-то нету, да? Вы это слышите или нет? Все в рюкзаках, рюкзаки, все в них. В рюкзаках все, да. Танкистам медицина не поможет все равно. Всегда ты жесткий поед... снайпер. Так, кто поможет пулеметчику, если за мной бегать не будешь, скинь гономага ленты. Вы гономаг. Или вы. Гремян. Да, я с ума зайду. Гремян был. Гремян. Знаешь, что вы скорострельный? А откуда у меня грены М67 натовские? Гнемен, кто видел гнемен? Это тебе кажется, что это грен. Слышите этот звук или нет? А для чего в магазин надо ТМР в рюкзаке? А, кочегар, раз 10 нажми туда. Так, кого? Раз 10 нажми, короче, включить агитацию. Это магазин для... этого... для пулемета. Ребят, давайте, раз 10 нажмите назад. Группы. Ты вывоткнул. Хм? То есть их выбрать? Да, взять их танк. Для пулемета? Нет, гономак, сложи. Для ДМР, для ДМР. Это не для ДМР, это для этого своего. Кара, для кара. Не кар, а этот. Господи. Все, понял. Гивер 43. А кто это говорит? Все эти танцы послушали. ФСБ ты... А, точно забыл гивер. Паш, нажмёшь раз 10, короче, вегетацию и с ума сойдёшь. Да, это она локальная. Это ты только сделал для себя исключительно. Я с ума уже сошел. Откуда ты такая штука? Или Дейзман? Где взял Пашу? Была, была. Меняю на... Кто помощник пулемётчика с кем лентой? На бейте. Нет. Ганна. А чё, кому бинокль-то нужен был? Можем ехать. Да это рюкзак, зачем лентой тут положить? Хера. Я не могу ехать. Но. Там Демьяна убили. Что произошло? Что поделать? Брэд, куда ты Демьяна? Что это за? Не, нормально. Кого посадить? Куиненты, пускай дурза. Спитер, ты чего? Это эти, как талибы, блядь. Что такое? Как хачи на танке едут. Ну давай, я постреляю. Что? Эй, хачи. Возьми рюкзак, вынь ленты, не дает мне. Кто помощник пулемётчика? Чё, там убили кого-то, что ли? Бля, я не могу. Что с ним не так? Забили. Вы там убили кого-то? Поехали, угоняем автомобиль. Наши тут все сидят. А, водитель, сядь тогда. Кто хочет сесть с водителем? Я сел уже. Да, я уже... Всё, поехали. Садимся, едем. Семья. Почему все сели? Нет, ты пулемётный скин. 4 человека. В машину, в машину. Дэймон. 3 человека. Ребят, всё, пока. Я не успел. Он... Так, кто там стоит? Блин, Дэмион. Да это Дэмион, блядь. Ещё тут всё, ну, байболит на базе, короче, остались. Задави его, я у него пулемёт на лету заберу. Добежит. Нам стреляют. Ну, пришёл. Там два отмена, короче, стреляют. Это их проблема уже.
ты ударил. Можете ответ закрыть, ребят? У вас ответ сзади, раскрывайте. Раскрывай, так полный. Блин, если вы встречу, извините, я его пристрелил. Извиняю. Не надо об этом говорить. Чё, ну только он, кто, Дэймон? Дэймон, он был один на отделении. Так его не убили. Так какой не убили? Ничего сказать, не отделение, может, он без рации играет. Потому что его убили уже один раз. Ша, он без рации играет? Проедем или после моста это будет? Да, правее сейчас вот, вот так прямо, прямо все. Это нам говорит? Да, или... Кем он сейчас говорит? Мы что сейчас прямо под триггер поедем, что ли? Что-то с пушки пробовали. Сейчас подожди, я посмотрю. Это мы где? А, мы переехали, нам надо в мост было вернуться. Мы в мост должны заехать, я оттуда из канавы наступать. Ну, вообще отсюда можно, в принципе. Че, пулеметчик на Ганамаке, тебе выкатить его? Пулеметчик? А, да, что? Тебе выкатить его в зону обстрела? Золото за сколько? Вот на... А че здесь? Где зона от нас вообще? Прямо, видишь? Окопы там уже, да. Ё-мо. Вот там куда он. Куда идти? Зачем? На 100, на 100. Меня угнали, идти на 100. Я думаю, пока пулемет работает, мы можем попробовать наступать. Мы для этого делаем. Зайдем вода. Может быть. Сейчас этих покупок там будет полегче будет. Ну, выходить не могут, Паша? Нет. Я очень рад, что пошел.
Медик есть. Вижу советского солдата за копами слева. Вижу советского солдата. Убивай. За копами на боте все поменяют. Да, да. Убивай его. Вон бегает, бегает, бегает. На кого побежал? Бля, по мне с этого валят. Говна. Какой ветер сильный. У меня с говна крупнокалиберная лупит. Кого-то вальнули у нас, воля. Там чисто, вы приемы живые? Вижу, раньше. Наш не добежал. Танк не работает. Знаю, где. Слышь, что он едет. Я солдату в окопе. Лицо, он живой. Почему ты по нему стреляешь? Это арма. Из винтовки снайперс. Ну хоть там та миновая. Это солдаты российские, понимаю, в ладовом какому войну выиграли? Они в голову попадали, они вытаскивали потом дальше и шли воевать. Вплевали. Наш танк справа идет. А че он не работает? Вообще на связи есть? Они еще идут, потому что. Они на 100 там за городом. Пулемет очередями короткими бей. Уже последняя лента, я ее берегу. Спасибо, возьми пару магазинов. Второй, я не знаю где. Там еще на мосту стоит один, но че, он разбитый. Он кончился, а на мосту он в этот, в колонии что ли? Да. Так он, они все сгоревшие. Выглядит. Есть, но... одного в окопе убрал. Одного в окопе убрал. За Германию. Угу. На маке можно подъехать, у них пушек здесь нет никаких, они не бьют ничего. Фу, мать за мной. Ты же сказал, пушки есть. Ну, они не стреляют по нам. А ганамак он бронирован, в упор сейчас подъедет. Да, ну нету здесь ничего. О, орудие бахает. Кочегар, ты ведь не умер еще? Кочегар, жив есть. Попробуй сдохнуть. Тут где-то танк даже ездит возле завода Выборгска. Они орудие не успеют, они уже, думаю, не уценят подводят. Кто бегает там уже по зоне? Ну, враг может. Зоня прямо перед зоной. А, ну, северо-западнее. Свои. Ну блин, близко, метров 20 до зоны. Мы хотя не знаем, какая тут зона. Ты че? Еще 50 патронов, блядь, и все. Я опять ему в лицо попал. Тут же самый русский. Че за хрень? Это русский ворот. Борис, стальная голова это. Борис, бритва.
убейте случайно. О, хорошо попал танк. У них, по-моему, там орудие стояло до выстрела. Вот. Меня не убейте с прекрасным огнем. С танкистами связь есть какой-то? Алло, танкисты. Нет. Танкисты вообще... Горем, прием. Есть кто, прием. Есть кто прием? Коровников, сейчас прием. Ладно, сползаю, сдохну. Я на семерку поставил, чтобы меня не сняли. Масленок ползущий, тебя подобрать нет. Кому мне помощь? Наверное, никому. Все, меня хана, короче. Че, кто-то? Я живой. О, кто-то раш. Хорош, давай. Это я нам канабаки херачу. Отвлекаю их. Давай, гранаты, упаковку, гранат. Что-то, по-моему, с нашего направления русские закончились. По мне стреляют, убивают меня. Значит, из глубины. Бля, танк вроде едет. Это я на Ганамаке херячу, или нет? Не. С восторга где ты? Понял. Брать, мне помощь нужна? Нет. Это трэш. Ну, давай, это полный пакет. Да, да у вас медкиты есть, можете сами пользоваться. Выехать из пулемета, быстро пострелять и обратно зайти. Все. Пушка работает какая-то. Мне бы что-нибудь по скорострельнику найти. Так, гранаты кто-то кидает. Кидай. Контрадрес, ты чуть меня не переехал. Жаль, что чуть не переехал. Ага. Я ж не вижу ни хера тут. Вообще маленькая щелочка. Так, наши в окопах уже. Где-то сбоку будет этот, называется-то, господи, не ППШ, а что-то другое. ПП? Да. ПП. Thank you.
Главное, чтобы он не захватил. Они в окопах сидят, зараза. И гранаты надо откидывают. Где гранатки? На юге в окопах сидит. Паша! Что за хрень? Выше окопа, короче, стрельнул, там нет, нету щелки, а она засчитала, типа землю попал. Из этого я не включила. В окопы на южной стороне двое. Да, я говорю. Вижу каску, сейчас попробую. Да. Черт, он пригнулся. Но их там двое. Есть, попал. Я их и копы постоянно спасают. Я помогу, попал. Танк не сдается. Ох, нихрена себе. Свой ВП стреляет. Может поехать подолгать танк на ганамаге? Попробуй. Ну, кстати, попробуй. А если мне в спину кто-нибудь? Может вообще поездить по окопам, подавить их нахер. Ну учти, они могут открыть дверь и тебе сзади расстрелять. Я тормозить-то не буду, я попробую так по скорости. Гранат вижу. Бля, все что ли? Ура. Да, убил последний. Убил вами свои ЗИС? Что? Смерть.